Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Наверное, каждый артист мечтает произнести эту фразу со сцены крупнейшего концертного зала страны. И сегодня наша мечта сбылась. Добрый вечер, Крокус! Мы начали с премьеры композиции Модеста Мусоргского «Ночь на лысой горе». А далее произведение, уже ставшее одной из наших визитных карточек. «Танец рыцарей». Спасибо. Это была фантазия на тему из оперы «Кармен». А далее мы вас немножко заинтригуем, потому что на этой сцене появляется четвертый рояль. Чем больше роялей, тем лучше. Но очень серьезно. Мы хотим придать этому вечеру нотку лирики, романтики, нежности. И для этого с огромным удовольствием на эту сцену приглашаем очаровательную Кэти Топурия и несравненного Байгали Серкибаева, группа А-Студио. Добрый вечер. Нам очень приятно сегодня быть с вами. Поздравляем, сегодня прекрасный день. Мы не первый раз исполняем эту песню, второй раз. Называется она «Я искала тебя». Красивая песня. Я парила в невесомости, я искала берег свой. Вел меня по краю пропасти, за собою образ твой. Прошлое опять, так хочу сбежать, нет дороги назад. Но куда идти, не знаю, в этом ты виноват. Я искала тебя 100 лет, я искала тебя всегда. Я звала тебя сквозь города, как никто другой. Я искала тебя во сне, я искала тебя наяву. Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Быть с тобой хочу отчаянно, тенью стать судьбы твоей, а сгорать на расстоянии с каждым часом все больнее. Я тебя звала, в раю была, ты со мною парил. Как же я тебя любила, знаю, ты не забыл. Искала тебя 100 лет, я искала тебя всегда. Я звала тебя сквозь города, как никто другой. Я искала тебя во сне, я искала тебя наяву. Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Скажет мне, для чего без тебя живу? Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Спасибо. Кэти Топурия, Байгали Серкибаев, группа А-Студио. О, Василий Подготовлен. Bel Suono. Поздравляем вас, ребята. Желаем вам творческих успехов. И чтобы всегда был такой полный крокус. Поаплодируйте этим замечательным музыкантам. Удачи. Удачи, спасибо. Спасибо, спасибо огромное. Что, поехали дальше. Георгий Юфа. Спасибо. А на очереди одно из самых магических произведений в нашем репертуаре. Авторство Камиля Синсанса. А сейчас в нашей программе еще один дуэт. К нам присоединяется наш друг, талантливый исполнитель, самый романтичный голос страны, по нашему мнению, Александр Еловских. чемпион России и Европы по аргентинскому танго Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина. А шляпу я оставлю себе. И прямо сейчас сбудется и наша мечта, действительно. И встречайте утонченную, обворожительную, несравненную Валерию. Добрый вечер, друзья. Мне очень приятно присутствовать сегодня, участвовать в этом грандиозном празднике под названием «Музыка». И хочу сейчас спеть вам одну из своих самых любимых песен Раймонд Паулс на стихи Роберта Рождественского «Любовь настала». Много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорила. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Теперь не я пою, любовь поет, и эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется, и вся планета распахнулась. Солнце не остынет, не сможешь ты уйти от этого огня, а не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Солнце не остынет, не сможешь ты уйти от этого огня, не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорила. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Я смотрю, Максим тоже подготовился. Валерия. Валерия, браво, браво. Спасибо огромное. Два... Два слова вам скажу. Я очень радуюсь вашим успехам, слежу за вами. И я хочу поздравить вас и вашего продюсера Лейлу Фатахову. Это ваш общий успех. Полный крокус, аншлаг. Друзья, это просто невероятно. Так держать, вдохновения вам желаю. И интересных программ. Всего самого-самого. Спасибо вам. Ансамбль солистов «Эрмитаж», дирижер Илья Норштейн. Спасибо. Фортепианное шоу «Bel Suono».